Ça va aller. Prêtez-les. Stay 99 and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Со всего мира. Многие из нас думали, что эта война станет нашим ритуалом взросления, большим приключением. Я скажу так. Никакое это не приключение. Thank you.
Те же танки могли в одночасье решить исход сражения. К счастью, они в основном были на нашей стороне. В основном. Наших вытесняют из церкви! Надо пробиваться! На нас рассчитывает пехота! Весь пулемет разрезает! Это наши летчики! Держи меня в курсе дел, сынок! Они наступают из траншей! Давай к пулемету! Гаси их! Они побежали! Приключений мы нашли страх, а уравнивает на войне только смерть.
отступают. Мы наступаем. Мы сражаемся отважно, чтобы увидеть проблеск света в этой нескончаемой войне. Хоть на мгновение. Война — это целый мир. А мир охвачен войной. А на войне за каждым прицелом стоит человек. И эти люди — мы. Прожженные жизнью и наивные. Честные и преступники. Мы созданы для легенд, но не войдем в историю. Мы небесные рыцари. Мы пустынные призраки. Мы траншейные крысы. Это наши истории. Сэр? Даунсон, пойдем, все веселье пропустишь. Да, Джимми! Огонь! Я смотрел твои документы. Обо мне не волнуйтесь, сэр. Я готов послужить королю и отечеству. Ага. Сынок, сможешь включать переднюю и заднюю? Мне этого достаточно. Вот эти возьми. Пойдем, встретишься с Большой Бесс. Женщина твоей мечты. Я нам нового мехвода нашел. Нет, не ругайся.
Она не любит, когда ругаются. Финч. Эдвардс. Ты раньше этого не делал? Чего не делал? Не отвлекайся, Макманус. Слушай, ты не волнуйся. Она за тобой присмотрит. Так, парни. Дело важное. Нам приказано пробиться через немецкие рубежи. Уничтожай артиллерийские позиции по пути. Финч. Есть, сэр. После этого мы выдвигаемся во французский город Камбре. Где, как меня заверили, есть вино, женщины и песни. Так что вам понравится. Макманусу вряд ли. Господи, мы в надежных руках или нет, а? Макманус! Парни, запомните, делаем свою работу. Вы берегите друг друга, а Большая Бесс убережет вас. Да сжалится Господь над нашими душами. Все вместе мы проберемся, да, Эдвардс? Конечно. Тогда полный вперед! Птица перья меняет. Линяет, Макманус. Птицы линяют. Я бы все перья повыдергал у этой. Полегче. Этот голубь может тебе жизнь спасти. Он наш единственный способ связи. У тебя все нормально, Эдвард? Да. Начинаю уже разбираться. А чем ты дома занимался? Водил. Машину. Лично. Стоять! Доехали. Пехота идет по первому свистку, потом идем мы. Боже праведный, ты видел что-нибудь подобное? К сожалению, видел. Слушайте, мы собираемся уничтожить орудие у мельницы. Устройте им, ребята! Сигнал дали! Вперед на всю! Мы под обстрелом! Артиллерия наших клад! Ну не напрасно же наши погибали! Вперед! Боже правый! Вперед! Поехали! Медленно едем! Финч, в чем дело? Двигатель в порядке, сэр! Это грязь! Мишени быть на мячах! Двигайся! Выведи нас на выстрел прямой наводкой! Чем больше мы уберем проволоки, тем быстрее пройдут наши люди! Цель поражена! Стоп, полевое орудие! Эти пулеметы не дают нашим бойцам головы поднять! Держи позицию тут! Уничтожай немецкие орудия! Вставай! Немцы не сдадутся, пока их не заставишь! Конец им! Парни, пошли! Продолжаем путь на подавление! Пусть не расслабляются! Теперь берем следующую линию окопов. Вот так! Одним пулеметом меньше! Разорвало на клочки!
Глядите в оба, парни! Вдруг тут еще орудие! Орудие! Бей его и уходим! Быстро! Мехвод, мы тут легкая мишень! Точно цель! Разнеси этот пулемет нахрен! Следи за
Люди! Ходу, ходу! Сейчас мы их всех срубим! Готово! Поехали! Есть! Едем дальше! Уничтожено!
Немецкий танк идет на нас! Почтовый голубь! Приказы! Приказы! С поля боя, сэр! От Таунсенда! Огневая задача! 3, 1, 4, 2, 3! Пошел!
Началось, парни! Рад был с вами служить! Повезло, Таунсенд. Неужели? У нас тут только приказы наугад, да слепая удача. Ну и с чего мы начнем, как думаете? Хватит дерзить, Макманус. Слушай, сэр. Эдвард, заводи. Ну, перестань, Бэс, перестань, ну, перестань, Бэс, ну. Перестала. Так и будешь стоять! Дальше 20 ярдов не видно. Идем на прорыв. Эдвардс, я поведу. Ты выходи и разведай, что дальше. Не геройствуй, парень. Делай дело и все. Не будем на тот свет торопиться, а, Эдвардс? Если попадешь в беду, мы будем за тобой. Первым, Эдвардс. Мы будем ждать сигнала, что все чисто.
Эдвардс. Вот ты где, парень. Магия, Мехвод. Чистая магия. Сразу бы и не догадался, что тут война идет, правда? Эдвардс, Бес нужно подлатать. Отлично. Давай назад. Я через проволоку поеду. Ни черта тут не видно. Эдвардс, выходи вперед и проведи нас. Слишком далеко не уходи. Кажется, там нас могут ждать. Иди и проверь. Если все в порядке, дашь нам сигнал. А если там засада, мы поможем. Помочь нам всем выжить! Осторожно, парень! Мы разберемся! Ни черта тут не видно! Эдвардс, выходи вперед и проведи нас! Слишком далеко не уходи! Уже далеко нас провел, Эдвардс? Продолжай в том же духе, пока опасность не минует. Ah!
Присматривай за нами! Бесс сильно досталась! Чуть ее не потеряли! Судя по карте, мы скоро должны выбраться из этих чертовых лесов. На мосту, немцы! Устроим им! Эдвард, шевелись! Вперед, вперед! Впереди аванпост. И там, судя по всему, готовы встретить Бесс. Мы отвлечем их огонь, а ты зайдешь к ним с тыла.
все. Поиграли и хватит. Эдвард, залезай и поехали. Что? Сэр, ей нужны новые свечи. Посмотри, посмотри, где другие деревни. Ты видишь, сынок? Ты деревни видишь? Да, вижу. А как там наши танки? Наши танки ты видишь? Эдвардс. Да. Но они уже не наши. Видимо, то, что нужно Бес, как раз в той деревне. Ладно. Пошли, Эдвардс. Пошли. Удачи. Пойди сюда. Танк уже не поедет, а он к утру умрет. Нам крышка. И что, ты хочешь задание бросить, да? Ты не понял? Финч, Причард, мы все изначально просто мясо. Ну, раз ты так хочешь, Макманус, иди. Ты со мной так не говори, понял? Не на стольких заданиях был, тебе не снилось, мальчик. Ну и вали тогда. Вот тебе и прорвемся вместе. Давай, ищи запчасти. Танк должен ехать. И не умри.
Отлично. Одна есть, осталось три. Thank you.
Полдела сделано. Еще одну. Возвращаемся к БЭС. Я там заблудился. Здесь верного пути нет. Ну так ищи. Ты мехвод. Молодцы, ребята. Да. Мы молодцы, правда? Все, сэр, это последний. Хорошо, тогда выезжаем. Я все делал правильно. Все! Всю свою чертову жизнь! Всю свою жизнь я жил по инструкции! По инструкции! Ты что творишь? Глупая, тупая, чертова машина! Ну давай! Давай, Бэс! Соберись же, ну давай, вместе! Ай, твою мать! Я думал, ты любишь воевать, скотина! Давай!
нравится, как ты ругаешься! Да, Кэтбус, встреча вон за теми холмами. Не забывай про деревню. Так, ребята, держитесь. Вперед! Левый план. Захваченные танки идут в деревню. Готовьтесь, парни. Мы теперь в тылу у фрицев. Неизвестно, что там дальше будет. Радостная мысль. Парни, мы уже долго продержались. Давайте и дальше так же. Старушка Бесс нас вон куда довела. И дальше доведет, если мы ей поможем. Стигнут на месте встречи? Ну и каков план? Инициатива на нашей стороне. Ударим здесь, сильно и внезапно. И можем изменить исход боя. Ну хорошо. За работу, черт возьми. Не останавливайся. Не давай им опомниться. Только мы не поняли, что мы тут одни. Идем дальше!
пустить брешь! Заходи сзади! Броня тоньше! Ну что, нравится, фрицы? Давайте рванем в камбре прямо по главной дороге. Они именно оттуда и пойдут. Эдвардс, найди нам позицию, чтобы мы могли их атаковать, когда они прибудут. Фрицы не получат эту станцию обратно. Будем держаться.
отлично! Отлично, Макманус! Вот где эта скотина! Они еще придут! Значит, окопаемся тут и деремся. Пусть Бэс сделает то, что лучше всего умеет! Отлично, Макманус! Есть! И что, это все? Движущаяся крепость! Наведи меня! Черт, хорошо попал! Thank you.
Забирай! Черт возьми, мы справились, Бэс, парни! Ты справилась, девочка! До того, как кам... Сэр? Эдвардс, поезжай! Ну нет, не думайте, что можете сейчас умереть! Я в порядке, парни. Устал просто от веселья. Ничего такого. Артиллерия! Гони, гони! Ну, что делать будем, Мехвод? Пойдем пешком.